Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Шед, и сегодня мы поиграем с вами в игру Климпа для Oculus Rift. Играть мы будем с вами в клуб виртуальной реальности Virtuality Club. Ссылочка будет в описании. Если скажете, что вы от меня, получите 20% скидки. Ну что ж, ребят, а мы погнали. Судя по всему, это симулятор ползания по скалам. Ну, я так полагаю. Давайте попробуем. Так, Bay, Zen, Bay, Easy. Ну ладно, давайте попробуем. Easy так easy. Окей, давайте предположим, что я альпинист. О, господи. Ага, что, ага? Ничего себе, у меня руки какие стрёмные. Так, вот площадка, вау, живописно. Слушайте, прикольно. Ой, таракан, фу, уйди, пожалуйста, противный. Так, так, понятно, вот так нужно лазать. Вот так, раз, два, три, ой, ну вообще легко, только меня немножко укачивает, но ничего страшного. Тоже, у меня есть страховка, Да, страховка есть. Отлично. Ну, в принципе, это все просто, весьма просто. Тут даже как бы подтягиваться тебе не нужно, никаких усилий прикладывать. Просто ползи. Хотя я могу укачивать, если честно. Оп, оп. Так, куда мне лезть надо? А, туда. Хорошо. Хотя, в принципе, я бы в каком-то плане поиграл. Так. Фу, блин, тараканы. Это самое стрёмное в этой игре. Самое неприятное, я бы сказал. Вон. Какой альпинист может подтягиваться на одной руке? Вот так. Хоп, хоп, хоп. Воу-воу-воу-воу. А, то есть, видимо, он не может, да? Да, видимо, у него руки тоже устают. А, точно. Вот, у рук тоже есть полоска, которая из синей превращается в красную. И значит, что он устает. Давай сюда, чувак. Хоп. Так. Ладно. Трасса тут длинная, оказывается, а? Так, перехватились. Перехватиться нужно было, чувак. Ну ты как так упал? Ладно, поползли дальше. Давайте осторожненько. Вот так. Оп. Так, все под контролем. Все нормально. Хоп. Блин. Как эти альпинисты так лазят? Я думаю, что это не настоящий альпинист. Хотя, может быть, настоящий, бог его знает. Так. Где подъем наверх тут? Блин, укачивает вообще лютейше. Такое ощущение, что я должен сейчас сорваться вниз. Так, ладно. Сейф. Блин, качает. Ладно. Давай сейчас пройдем эту трассу. Чувак, чувак, ты куда? Эй! Как ты так умудрился? Мы же почти прошли с тобой трассу, эй. Нельзя же так огорчать-то, эй, парень. Вот. Вот. Видал, мы прошли трассу. Ты куда, эй? Фига себе. Ну вот, вот, я здесь, все. Да куда он пытается соскользнуть? Два раза просто взял, упал с ровной площадки. Это как вообще? Ты что, суицидник, что ли? Я не хочу играть за суицидника. Ладно, давай, держись. И залезай. Ну, чувак. Лол, он серьезно будет так вот падать постоянно? Ой, дурачок какой, ладно. Давайте попробуем более осторожненько. Но судя по всему, ну смотри. А, двумя руками нужно, да? А, нужно было двумя руками. Окей, я понял. Окей, мог бы. Хорошо, ну что, я прошел трассу? Или как? Воу, воу, это не конец. Ладно. Ну, полезли, что? Это типа большой чекпоинт, да? Ладно, я человек-обезьяна. Не знаю, я сюда попал или нет. Не совсем понятно, как тут нужно залезать, как правильно залезать. Ладно, это все легко. Вот тут вот что это изображено? Типа потянись туда вот этой рукой. Ну типа вот так уже проползти, да? Ладно, я понял. Симулятор скалолаза оказался не такой медитативный, как я думал. А говорила тебе мама, мальчик, без страховки не лазь на скалы. Так нет, полез дебил. Еще и падает постоянно. О, я жив, второй шанс. Ладно, сегодня удачи на твоей стороне, паренек. Давай, цепляйся! Нет, об скалу ударился. Блин, я не совсем понимаю, как нужно. Как тут нужно в какую сторону смотреть, чтобы он прыгнул в нужном направлении. Он как дурак какой-то прыгает.
Посмотрим так, вот раз. Так, схватились, проползли. Давай, давай, вот, схватился, воу. Получилось, есть. Я сделал это. Удивительно. Я думал, все, ему хана. Ладно. Интересно, вау. Блин, красиво тут реально. Графика очень клевая. Только я вот в стену постоянно вхожу каким-то образом непонятным. Реально, поразительным образом непонятным. Ну, допустим, так и должно быть. Да, отлично. Сквозь стену еще и упал. Потрясающе. Конечно, захват точек Окулуса вообще не такой кувайлон. А куда дальше? Вот опять. Голова в предмете, офигеть, спасибо. Спасибо тебе, Окулус. Просто раздражает эта тема, что он не может нормально следить положение шлема. А куда? Куда? А, вот сюда, окей. Боже, скала за самоубийцей. Вот опять. Давай сюда, скала за самоубийцей тут лазит. Ладно, ползли. А теперь мы на ту сторону, да? Так, схватился, и я в стене. Я в стене, отлично. Спасибо тебе, Окулус. Опять я в стене. Вот опять в стене. Вот чё, вот я не хочу быть в стене. Вот. Ой, все, в жопу. Вот такая игра, ребят. Вы поняли, вы увидели. Но это просто невозможно, потому что он все время пытается меня впечатать в стены. Вот, и с прыжками это жопа боль. Ну, вот такая фигня. Ладно, если понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, все ссылочки есть в описании. С вами был Шету, и в следующих видео. Всем удачи и пока.